Вы, наверное, все когда-то ожидали кого-то в гости. И чем ближе человек к вам, тем вам этот гость ценнее. Чем дальше человек, тем вы меньше ожидаете или ожидая думаете, что же он, как он себя будет вести, какие у нас сложатся взаимоотношения и так дальше. Готовы ли вы для того, чтобы Бог стал даже не то, что гостем, а хозяином вашей жизни? Наверное, на этот вопрос можно дать ответ тогда, когда человек знает Бога. Потому что если он не знает Бога, для него Бог чужестранец, которого он не знает. Это какая-то неизвестная сила, это где-то далеко какое-то существо, которое создало все и так дальше. А для человека, который знает Бога, Бог – это любящий отец. Бог – это самый лучший друг. Видите, насколько по-разному это звучит и насколько разные отношения будут слаживаться у одного человека или у другого. Для того, чтобы понять, кто такой Бог, нужно понять, что же Он сделал для нас. А Бог сделал самое ценное. Он, будучи Творцом, будучи Создателем, Он, создавая свое творение, знал, что это творение предаст Его. Но, несмотря на это, Он уже тогда любил свое творение. Он уже тогда хотел спасти свое творение. Он тогда делал шаги навстречу. Помните, сразу же после грехопадения он говорит Адаму: «Адам, где ты?» Он ищет его, он идет навстречу, он ищет взаимоотношений. К сожалению, люди очень часто не хотят взаимоотношений с Богом. Не понимают, что отношения с Богом – это именно то, чего не достает человеку в жизни. Это то, что дает смысл для жизни, то, что дает цель для жизни и то, что дает правильное направление для жизни. Потому что без Бога человек просто он не знает, куда идти, он не знает, как идти, он не знает, как жить, он не знает, как делать, какие принимать решения. Для того, чтобы принимать правильные решения, нужно идти с тем, кто знает все, кто видит нас, кто готов помочь, выслушать, поддержать в трудную минуту или разделить радость. Друзья, смотрите, какой интересный текст из Священного Писания. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 23 стих. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот сохранит слово мое». Друзья, если вы любите Иисуса Христа, я могу вас спросить: вы любите Иисуса Христа? А вы сейчас кто-то скажет: да, я люблю Иисуса Христа. Если вы любите Иисуса Христа, оберегайте Слово Иисуса Христа как драгоценность, цените его, берегите его. Не просто слушайте его, но принимайте его сердцем, исполняйте его для славы Божьей. Смотрите, кто любит меня, тот сохранит Слово мое. И Отец мой возлюбит его. То есть отношения с Отцом, если человек хочет построить отношения с Отцом, он не может их построить, если он не любит слов Иисуса Христа. Если он не любит Иисуса Христа, отношения с Иисусом Христом – это строительство отношения с Отцом. И если нету правильных отношений с Иисусом Христом, то я могу вас со стопроцентной уверенностью заверить в том, что у вас нет отношений правильных с Отцом. Итак, Иисус сказал: «Кто любит меня, тот сохранит слово мое, и Отец мой возлюбит его». Смотрите еще, что здесь прекрасно, оно настолько красиво описано. «И мы придем к нему». Кто это мы? Кто придет к человеку? Мы придем к нему. Иисус, и кто еще? И Отец. Мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. То есть мы в Нем жилье сделаем, мы в Нем будем жить. Насколько это ценно? Понимаете, о чем я говорю? Когда мы смотрим Священное Писание, то мы видим,
то, что Бог хочет не просто быть таким посторонним наблюдателем за жизнью человека. Бог хочет принимать участие в жизни человека. Бог хочет не просто принимать участие в жизни человека. Бог хочет быть частью, главной частью или центром жизни человека. Смотрите, что говорит Библия 2 Коринфянам, 6 глава, 16 стих. «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Кто войдет? Кто вселится? Смотрите, что говорит Библия. А Библия говорит, мы придем к Нему. Мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Кто? Так в Коринфянам написано Бог. Бог войдет. А здесь говорится, кто войдет? Отец и Сын. Отец и Сын. Вместе Отец и Сын войдут и сделают жилище для себя. Место, где Бог будет обитать. Кто будет обитать? Отец и Сын. Друзья, это настолько ценно, это настолько глубоко. Я хочу, чтобы каждый задумался над этим. Это не просто мои слова, я здесь ничего не придумал. Это то, что говорит Библия. Бог будет жить в человеке. А как Бог живет? Отец и Сын живет в человеке, в том человеке, который принял его верой, в том человеке, который покаялся и принял, и живет, любя Слово Иисуса Христа. И в этом любовь к Отцу. Друзья, когда мы читаем Бытие, то мне очень похожи здесь стихи. Бытие, первая глава. Смотрите, что здесь написано. «И сказал Бог, да произойдет земля». 24 стих, 1 глава. Потом «И создал Бог зверей земных». Кто создал? Бог. «И увидел Бог, что это хорошо». И сказал Бог. Кто сказал? Бог. Сотворим человека по образу нашему. Кто сказал? Бог. А кто будет сотворим? Кто вместе? С кем вместе? Отец и Сын. Друзья, это так красиво, как там в начале Бог говорит, мы вместе сотворим, мы вместе, мы будем в этом человеке, мы будем вместе, мы... Так же самое здесь мы в нем обитель сотворим. Мы сотворим место для жилища в том человеке, который полюбил слова Иисуса Христа, в том человеке, который принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Друг, сегодня вопрос. Принял ли ты Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя? Знаете, есть люди, довольно религиозные люди, люди, которые много знают, но которые, к сожалению, не дали места Иисусу Христу как Господу и Спасителю, не дали места Его Слову. Если не дали места Его Слову, то Отец и Сын не могут жить в жизни этого человека. Смотрите, Откровение, 3 глава. 20 стих. Иисус говорит следующие слова. «Вот я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Друзья, Бог желает общения с вами. Бог желает быть частью вашей жизни. Бог желает вести вас, направлять, учить. Желаете ли вы этого? Если да, возлюбите слова Иисуса Христа. Покайтесь перед Ним в своих грехах. Примите Его как Господа и Спасителя своей жизни. И Отец и Сын войдут в вашу жизнь и сотворят обитель вашей жизни. Я знаю, что лучшего не может быть ни для кого. И поэтому я желаю для каждого, кто слушает это, чтобы это было реальностью вашей жизни. Благослови вас Господь в этом. Чтобы Бог стал главной частью вашей жизни. Чтобы Он стал краеугольным камнем вашей семьи, вашей жизни, всего, что есть в вашей жизни.
Благослови вас Господь, друзья. Аминь.